Итак, мои дорогие, мы продолжаем с вами наш небольшой сериал «Листая старые журналы». По мотивам журналов прошлых лет, мне хочется сегодня поговорить о том, как же мы можем конкретно перенести какие-то идеи прошлого на нашу сегодняшнюю жизнь. С учетом, конечно, того, что мы сегодня не такие тоненькие, не такие худенькие, как было это 50 60, 70, 80 лет назад. Ну и тем не менее, все равно эти картинки, эта сложная довольно-таки мода, декоративная во многом, да, она нам с хорошим вкусом выполнена изделие, да, она помогает нам как-то сегодня разнообразить свой гардероб и придумывать на базе вот уже вот этого, только вдохновляясь вот этими идеями, повторяя их один к одному, что-то более приемлемое в сегодняшнем дне. Итак, сегодня я хочу вам показать несколько своих идей, которые, ну, родились в моей голове после того, как я разглядывала странички вот этого журнала. Журнал называется «Стар. Новые летние моды. 1946 год». То есть это наш русский журнал Советского Союза, сразу после войны вот были вот такие вот журналы. Добрые люди помогли мне, этот журнал принесли. Ирочка Милушова мне его вот так вот цифровала, да, все сфотографировала. Видите, какой журнал был старенький, и он уже весь распадался. Ну, и вот таким образом мы с помощью добрых людей мы спасли информацию. Вот так он называется, журнал «Стар». Давайте мы его еще немножечко полистаем. Вот такие здесь картинки. Я вам его уже практически в двух первых сериях его весь показала. Вот этот журнал, да? А сейчас я хочу остановиться на определенных картинках, на определенных моделях, для того, чтобы мы с вами могли понять, что же нам сегодня подходит, что мы можем сделать сегодня. Убираем этот наш журнал и рассматриваем отдельные его странички. Вот, пожалуйста, посмотрите, что мне здесь понравилось. Модель 3318. Вот, например, вот эта модель, да? Конечно, мы видим, что она выполнена из двух тканей компаньонов, что у нее отрезная талия, что у нее тоненькая талия с ремешком вот с таким, да? Вот с такими вот по линии бедер какими-то фигурными элементами, которые, видимо, вход в карман прячется, да? Небольшой такой воротничок, супатная застежка, слегка хороший плечевой пояс, как сегодня у нас и очень модно, и всем он идет, да? И поэтому на базе вот этого я предлагаю вам следующую модель. Посмотрите сюда, да? То есть воротничок мы сохраняем. Вот эти ткани компаньоны мы сохраняем, рельефы мы сохраняем, только вместо вот этого горизонтального акцента, чтобы наши бедра не были больше, мы с вами делаем, допустим, вот такие планстроны, вход в карман. То есть кармашки можно сюда пуговочку еще пристроить, например, какую-то. Форма этих клапанов, что ли, да, она подходит к форме нашего шалевого вот такого вот небольшого воротничка, та же самая супатная застежка, то же самое, тот же самый плечевой пояс, только рукавчики я бы делала уже спокойнее, потому что акцент должен быть один. Видите, я рисую довольно полненькую фигурку, и тем не менее вы видите, что вот таким образом она выполнена, у вас получается, что визуально вы выигрываете, то есть для полненькой фигурки, отталкиваясь вот от этой темы, мы можем с вами сделать, например, вот такой вот фасон. Следующие картинки. Что здесь у меня? Здесь модель 3311, вот эта модель 3311. Посмотрите, сидит барышня в какой-то небольшой блузке и вот в таком вот интересном сарафанчике. Как мы сегодня можем его трансформировать? Можно точно так же оставить вот такой вот поясочек, который бы не сильно выделялся из какой-то серенькой темненькой ткани, не отдельной, да? Посмотрите, очень глубокий, с маленьким запахом, вот такой вот можно оставить вырез, да?
очень низкие глубокие проймы. На грудную выточку перевести вниз, она всегда будет хорошо для большой груди. Можно сделать вот такие небольшие элементы, не очень-то заметные листочки, чтобы сделать кармашки. И посмотрите, с любой блузкой, ну, водолазки я не люблю, так скажем, там с каким-то топиком трикотажным, или вот такой вот блузкой какой-то легкой, вы можете легко это использовать сегодня, потому что сегодня мода минималистична. Вот таких вот элементов, как здесь у нас на сарафане, посмотрите, какая интересная, тут какие-то вот кокетки фигурные, да, этого у нас сегодня уже не очень-то используется, ну, не перегружаем, мы не привыкаем не перегружать. Вот. Вот посмотрите, вот это мне очень понравилось. И спинку как можно сделать? Тот же поясочек, чтобы сарафанчик имел минимальные прибавочки, можно сделать сзади шов, в нем шлицу и, конечно, вот такую длинную молнию. И я думаю, что даже на полненькую фигурку, вот такой вот слегка зауженный силуэт к низу, аккуратной, правильной длины выбранной для вас, он общую массу сделает поменьше. И будет у нас все хорошо. Дальше, на этой же картинке, вот эта вот моделька, посмотрите, какая она интересная, да? Вот такая вот интересная модель. Как сегодня мы можем ее воспроизвести? Я предлагаю вам, например, вот такой вариант. Это может быть костюм брючный, это может быть костюм с юбочкой, да? Это может быть, в конце концов, просто платье какое-то. У него может быть застежка, может не быть застежки. Но посмотрите, какие интересные вот такие вот рельефы-кокетки, да? Вот такая фигурная форма. И они выполнены из ткани компаньона, которая нас, правильное оформление вот этих вот рельефчиков, да, оно будет нас сужать. Может быть, вот эту линию не надо повторять, может быть, ее нужно вот сюда вниз уйти, а может быть, вот сюда ее нужно вниз вот так вот было увести, да? Но это уже ваша фантазия. Пожалуйста, воротничок может быть, может не быть, застежка может быть, может не быть. Делайте это из ткани компаньонов, что-то потемнее, что-то посветлее, и будет вам, как говорится, счастье. Ну, если это костюм, спина юбочка у нас получается вот такая, да? Ну, а спинка тоже может быть оформлена вот такими вот интересными, допустим, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот это тоже все сделать темненькое, да? Ну, это уже ваше развитие, ваше желание. Вот такая деталь мне показалась интересной, и вот так можно для полненьких трансформировать вот эту идею. Очень мне нравятся еще вот такие вот видейки. Посмотрите, какая интересная идея. Она тоже будет вытягивать, выполненные вот здесь, поближе. Это тоже такой вот карман накладной, который будет вытягивать. Конечно, такой накладной карман, он не пойдет фигурке с большой грудью и перегибистой, то есть с большим балансом, потому что выточка нагрудная, куда-то ее надо здесь спрятать, она будет очень большая. И на этой груди, на большой, делать какие-то карманы, ну, конечно, нет никакого смысла. А если у вас фигурка сутулая или обычной такой осанки, но просто полненькая, пожалуйста, делайте вот такие вот продолжения кармашков. Не надо талию вот эту делать. И форму, ну, не надо раскрешенную делать. Делайте зауженную к низу. И вот вам элемент очень тоже интересный, который, мне кажется, можно повторять, повторять и повторять. Вот. Еще что. Вот такая вот идея. Значит, посмотрите на это платьице. Темно-синее платьице в какой-то меленький белый цветочек с белым нежным воротничком, с беленькими вот такими вот кружавчиками на рукавчиках. Что мы сегодня можем сделать? Пожалуйста, всегда будет актуально вот такой вот цвет, да, какой-то другой цвет. Разбавьте это маленьким белым воротничком. Пришейте туда вот эти вот инфантильные детские немножко кружавчики. Ну и что? Можете их пришивать, можете их не пришивать. Пришьете, будет больше на домашнее платье похоже. Не пришьете, будет более строгий вариант. Также и с рукавчиками. Но уже вот эта яркая отделка, она будет отвлекать внимание от всего остального, от вашей крупной фигурки, допустим, да? Уже будет какой-то плюс вам вот с таким вот решением вопроса. Теперь что еще здесь я хочу показать? Конечно, мне не хочется отрезать эту талию, да? Но, тем не менее, платьице надо скроить А-образного силуэта
Возможно, это даже будет базовая выкройка без нагрудной выточки. Помните, у нас была тема с вами «Складываем ткань в 4 слоя». На Ютубе она есть. Марафон мы проводили. Сейчас к Новому году планируем еще раз его запустить. Вот это платье, да? Вы сделаете вот здесь вот полувыточку. Выточка, а здесь вы оставляете открытой. В нее, вот в эту полувыточку, вы вшиваете, опять же, полупоясочки и подхватываете себя столько, сколько нужно вашей фигурке вот так вот сзади. И все. Я очень любила вот такие полупоясочки, потому что они всегда позволяли регулировать, так сказать, свою талию, покушал, не покушал, и подвязывать, подхватывать ее только-только, слегка, не перетягивая себя, не делая какого-то большого акцента. Ну и вот, пожалуйста, вот таким вот образом можно использовать любую ткань и сделать вот такую вот идею. На базе вот этой идеи у меня родилась вот такая вот вам уже небольшая подсказочка. Что еще мне здесь очень нравится? Мне нравится, посмотрите, кокеточка. Из-под нее идут вот такие мелкие складочки. Они сегодня снова в моде. Пожалуйста, тоже давайте будем их применять каким-то образом. Да, ну вот здесь эти складочки прошиваются, наверное, до какого-то места они закрепляются, а дальше они идут вот такими заутюженными, открытыми складочками делаются, да? Не знаю, насколько этот фасон будет нам идти, хотя нужно пробовать, нужно экспериментировать и смотреть. На широкую фигурку, возможно, вот эти вот складочки, разведенные в сторону, и будут смотреться тоже довольно-таки хорошо. Вот такая вот идея. Посмотрите, какая обувь. Посмотрите, какая обувь. Это же обувь сегодняшнего нашего дня. Вот такие вот полузакрытые саба, какие-то босоножечки. Очень удобная, хорошая обувь на танкетке. На танкетке она нам тоже очень и очень помогает сегодня. Дальше. Следующая модель. Посмотрите на эту картинку сначала, полюбуйтесь на нее, да? Тоже сколько интересных элементов. Вот такая вот кокеточка, да, смотрите, какая интересная нагрудная выточка вот сюда спрятана. Линия талии вот с такими подрезиками оформлена, удлиненная талия. И юбочка здесь расширена. Ну, крылышки сегодня тоже модны. А мне понравилось вот оттолкнуться вот от этой идеи. Посмотрите на нее, да. Здесь рукавчик, реглан, погон, можно так сказать. Реглан-погон, да, нагрудная выточка переводится сюда. Сделайте платьице с запахом. Запах всегда актуален, и сегодня он тоже как никогда актуален. Здесь сделайте полувыточку, в нее сделайте петельку с тем, чтобы левая пола, вот она вот так вот у нас будет, да, вот та пола, она тоже имела при себе вот такой полупоясочек, и выходил этот полупоясочек сюда, чтобы спинку просто подхватывать столько, сколько нужно фигурке. То есть, что мы отсюда взяли? Запах. Мы взяли рукавчик, крылышко сегодня, это очень актуально, из мягких тканей будет замечательно. Какая-то вискоза, какой-то штапель, да? Ну, в цветных картинках это все будет не очень хорошо, но если это будет однотонное что-то у вас, и будет вот эти все сложные линии видно, почему нет? Тоже мы можем с вами, мы умеем с вами, я много рассказывала, как делать рукава реглан, как делать реглан-погон, как делать реглан-кокеточку. На основе рукава реглан можно делать вот такие платьица. Тоже будет очень интересно и очень хорошо сегодня. И мы будем их надевать не только домой, хотя это выглядит каким-то халатиком. Можете не делать вот этот воротничок, можете делать его действительно воротничком сзади. Здесь английский вариант сделать воротничка. Можете просто сделать какой-то апаш вот так вот наверху. Опять же, вариантов очень много, которые можно взять и применить их для какого-то нарядного платья, для платья какого-то делового, офисного такого стиля. Не обязательно делать. Ну а летом почему нет? Почему не прийти в офис вот в таком вот платье? Следующая идея. Так, вот здесь две картинки у меня. Одна картинка. Ага, вот посмотрите, какие тоже платьица интересные, да? Это какие-то домашние здесь, видимо, платья представлены. Мне вот эта вот идея показалась интересной. Я посмотрела на этот сарафан. Внизу или это платье-сарафан, или действительно внизу надета какая-то блузочка, или это имитация этой блузочки. Раньше очень много было распространено разного рода так называемых манишек, когда была не целая блузка, а только вырез какой-то вот здесь вот красивый оформлялся,
какая-то вот такая вот деталь, как манишка. Видите, я все, конечно, упростила. Вы можете поступать по-своему. Я предлагаю это сделать не как сарафан и блузку, потому что вот здесь будет жарко, вот здесь вот будет много толщины. А сделайте это платьем. Сделайте однотонную ткань здесь и какую-то набивную потоньше сделайте на рукавчике и вот на такую вставку. В эту вставку легко спрячется нагрудная выточка. Вы можете остаток выточки перевести вот сюда, вот в посадку, если грудки у вас окажутся здесь. Понимаете, тут очень много и опять силы возможностей. Отстрочите, если ткань будет такая плотненькая, достаточно такая хорошая, формоустойчивая, да. Примените отделочные строчки, примените средний шов, небольшие талиевые выточки. Даже если у вас вот здесь есть животик, я вам много раз рассказывала, что рядышком с животиком, рядышком сбоку от груди, у нас всегда есть маленькая ямка, и в эту ямку нужно поместить маленькие же выточки талиевые, и тогда даже отсутствующая талия при животике будет проявляться, и тоже будет хорошо. Смотрите, каких много реглан, погон. Реглан, погон, опять же, вот реглан, погон. Очень интересная идея. Так, вот эта картиночка отсюда. Что еще я тут нарисовала? Ага, еще у меня вот эта модель. Смотрите, какая. Это год 46-й, да? Год 46-й, от анкеточки, от туфельки, как раз такие, какие мы сегодня с вами и носим. Потому что они комфортны, потому что они удобны. И я посмотрела вот на это платьице. Как мне захотелось для вас, его для полненьких, для нас, для сегодняшнего дня трансформировать. Опять же, сохраняйте реглан-погон, туда оформляйте, переводите нагрудную выточку, сохраняйте талиевые выточки, свободный, просторный рукав, прибавка по рукаву минимум 6 сантиметров по обхвату плеча или даже чуть побольше, чтобы у вас был комфорт и было движение. И часто шейка коротенькая, хочется удлинить ее. То есть нам идет V-образный вырез. И закончите, дополните вот это платье вот такими вот планочками. Здесь можно пуговочку вот такую пристроить, планочками, которые будут удлинять акцент на серединку, удлинять будут нашу шейку. Вот такая вот идея у меня. Конечно, вот это сложно все. И не знаю, не всегда, конечно, оправдано, но вот эта часть меня послужило каким-то вот вдохновением, чтобы трансформировать эту идею в сегодняшнем дне, и мало того, в сегодняшнем дне, но еще с нашей полненькой фигуркой. Так, ну и 17 минут уже довольно-таки много. Что здесь мне понравилось? Мне понравилось вот это вот жакет. Посмотрите, какой он интересный, вот этот жакет. И я уже очень часто вам предлагаю вам шить на основе этого жакета вот такое деловое платье. Рельефы, в них спрячется нагрудная выточка. От рельефов отходят вот такие тоже полупоясочки, которые сзади застегиваются, как и здесь. Тоже не надо никаких выточек делать, ничего. Они подхватят немножко вашу талию, чуть-чуть ее соберут. Не надо сильно выделять вот это все. Но центральная часть, видите, она какая целая. И сбоку дополнить какими-то крупными накладными карманами, с тем, чтобы вот эта часть была целой. Вертикальная линия, вытянутый прямоугольник вот так вот оставался, создавался. И это будет все прекрасно работать на сужение, на корректировку нашей широкой фигурки, на корректировку наших форм. И, конечно же, всегда четкий плечевой пояс, не устаю это повторять. Ну и, наконец, моя любимая тема сегодня – это вот такое вот платье и пальто. Платье и пальто из тканей компаньонов. Сшили, например, себе простое вот такое платьице из любой ткани. Подобрали какую-то ткань, подходящую ему по цвету, то есть однотонную уже, или наоборот сделали. И сшили простое вот такое летнее платье. Пыльник я его даже называю. Пальто. Летнее пальто, пыльник раньше это назывался. Можно его делать без подклада совершенно, да? Ну, просто моя любимая тема. Вы знаете, я вам показывала много-много таких вещей. Особенно, когда они подходят друг другу, когда вы шьете их одновременно, дружат вот эти ткани, ну, вы просто будете производить неизгладимый эффект на всех окружающих. Вот, пожалуй, и все. Сегодня уже говорим 19 минут, но я думаю, что тема эта для вас интересна. Если интересно, пишите в комментариях. Я буду рассматривать другие журналы и буду продолжать начатое сегодня вот такое вот небольшое исследование. Всем всего доброго, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко.